А вы заметили, как в последнее время стало идти быстро? Я не говорю про тех, кто думает, как побыстрее убить время. Мы заняты всем, что мы считаем нужным для нас, актуальным. Мы думаем, что деньги нам дадут все. На самом деле это не так. Иногда мне кажется, что человек не хочет понимать истину. Вот казалось бы, уже ты разложил, разжевал, осталось только ему принять, но нет. Лень, нерациональность – это все отрицает. Проснитесь.